Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Давай-ка посмотрим, что у нас тут. Слабенько, слабенько ты принес мне. Сарделька, давай вот этот вот. Полетел. Так, что у нас принес Барсик? Опять какую-то ерунду, да, шестеренки. Ладно, пускай продолжит поиски. Огромная яма. Лети. Кривоклык, что ты мне принес вместе со сморкалой? Яйцо. Так, давай-ка мы наладим контакт где-то там, непонятно с кем. И Громгильда. Что ты мне дашь? Опа. Я больше чем уверен, что сейчас нам выпадет здесь тусклый янтарь. Да ладно, сколько? 150. Да, такое очень редко бывает, когда тебе выпадает 150 рун. Ну что, мы его отправляем. Ух ты. Сокращать время приключений, серия испытаний, скорость плюс 6, серия испытаний, здоровье плюс 100. Блин, прикольно, прикольно, ничего не могу сказать. Давай отправим его в Драконий край, пускай летит. Так, собираем все наши ресурсы. Так, здесь тоже. Кормить не будем, пускай летит за древесиной. Пока тоже лети за древесиной. Все, 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 все в работу. Не прохлаждаемся. Так. Громоль тоже. А ты-то мне что здесь принес? Ну-ка, показывай. Яйцо. Продолжить. Внезапное нападение. Вот так вот. Что у тебя тут за новинки? Так, отказываемся. И ничего хорошего он мне здесь не предлагает. Точнее, он хорошее это предлагает, но по такому ценнику, именно за руны, я не хочу это брать. Так, пускай весночёс летит прокачиваться. Здесь за древесиной мы отправляем. Этих тоже самое. Так, тут у нас что, уровень получил? Да, уровень получил. Так, а мне нужен кто? Мне нужен брюхохват. Где он? Только вспомнить бы его. Кого я пытаюсь обмануть? Разнокрылые, жутко опасные драконы. Кривоклык, скажи правду. На фоне этого разнокрыла я выгляжу красивым? Снарф. Вот и все. Так, а что у нас тут? Эй, задирака, пойдем и... Кто это? Ух ты! Викинги и Астрид должны быть спятили. Драконы и викинги не могут жить в мире. Забияка, эй! Есть кто дома? Замечательно. Может, дрессировка драконов выведет его из ступора? Что случилось? Забияка ведет себя так, как будто Громоль легнул его в голову. Я знаю, что говорю. Со мной такое бывало. Повысить уровень кошмарного пристиголова и повысить уровень нюхохвата. Престиголов, ты где у нас? Так, брюхохват. Пошел у нас обучаться. Так, подожди, что там было? Так. Кошмарного престиголова. Нам нужно было поднять уровень ему, да? Пускай летит. И что-то там связано было с нюхохватом. Повысить уровень нюхохвата. Ладно, пускай. Сделаем это задание, так уж и быть. Модификрылка. Блин. А можно что-то ускорить? 30 на минуту. Вот это вот можно быстренько завершить. Новая способность. Так, это у брюхоглота. Блин, вот что вот делать? Брюхоглот тоже хорош. Правда, он всего лишь 4 уровня. Лети, лети, обучайся. Так, теперь давай посмотрим, что наши легенды тут принесли. Опять треска, опять тусклый янтарь. Ну а ты что? Отлично. Давай тоже на поиски иди.
Давай зайдем на рынок, откроем с тобой бесплатно вот этот загадочный пак. Монетки Одина. Дальше идет сам пак. Так, кревет, душитель, водорез. И опять размягчитель, что ли? А нет, острокоготь. Но такой, по-моему, у нас есть. Даже три. Три в наличии, ты понимаешь, у нас. Это много. Что мне с ними делать? Солить их, что ли, потом? Так, Буйвол Лорд. Тоже надо прокачивать тебя. Господи, всех нужно качать. Что ты тут прячешься, а? От меня. Нюхохват. Блин, не будем пока ускорять. Что у нас тут? Только лишь рыба. Открываем с тобой пак и смотрим. Громель, ужасное чудовище, древоруб, парящий прихвостень. Открыть. Здесь заберем награды. Так, блестящий янтарь я могу заказать? Могу. Дальше поехали. Здесь забираем 25 тусклого янтаря и 30 склянок. Что у нас тут еще есть? Так, 50 склянок и еще 50. Получается, что все. Все, что можно, мы пока здесь сделали. Ну и остаются у нас с тобой события. Точно я все сделал? Ну, вроде бы когда. Так, у нас древесины хватает? Нет, 164 миллиона. Не хватает, к сожалению. 40. Нам нужно с тобой собирать железо. Давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем следующим образом. Да, я хочу купить ресурсы. Так, рыба, железо выпало. И древесины. Кстати, тут можно еще рекламы, но пока не будем. Морское сияние. Стоп. Не то. Вот это вот, будьте добры. Купить, смотрим. Ну, тут древесина, опять железо и рыба. Нам нужно 250, да, чтобы отправить ветрокрыло за добычей именно. Именно железо. Так, где он у нас стоит обычно? Где его место-то? Где-то вот тут вот. Нет, это не то. Вот здесь, по-моему, да. Возвращаем его и отправляем за железом. Пускай летит. Ну все. Теперь переходим на события. У нас с тобой... О, выживание. А, выживание у нас закрыто. Так. Происшествие. Захват захватчиков. Оригинальное название. Захват захватчиков. Ну что, поехали. Кстати, он длин. Оу. Слушай, ну не маленький. Не маленький у нас тут с тобой будет переполох. Кто там у нас? Душитель, что ли? Ну да, собственно, персона. Кстати, две волны. Погнали. 16 уровень сразу же. Мы только начали играть, уже 16 левел. Так, последняя волна. Ну, с этим, я думаю, тоже... Если они будут по одному, а по одному они 100% не будут, то мы с ними разберемся. Так, что ты будешь делать? Что ты собрался? Кусанул. Продолжаем бомбить. Что он там задумался? Ага. Добиваем. Ну, здесь все вроде бы хорошо. И что же нам тут достанется? 50 миллионов древесины. Хорошо. Ну, а мы с тобой идем на следующий поединок. Кстати, 50 рун забираем. Что немаловажно. Спасибо. Так, 533 руны. И идем на обычный проходящий бой. Их будет 2 штуки. После уже заберем с тобой пак.
Сколько здесь волн? Опять две? Да, опять две. И здесь у нас ужасное чудовище встречает. Оно красное, 17 уровня. Я думаю, мы его быстренько сейчас здесь разберем. Но рано или поздно это все закончится. Потом, наверное, будет на первой волне по два дракона, а в конце уже и по три. Так, это у нас злобный змеевик. Она красная, но почему она такая тяжелая именно по разбору? Это даже не мини-боссик, никто, просто обычный моб. И мы с ним тут пыхтим. Непорядок. Так, бомбанули. Еще раз бомбанули. И никакой добивки пока нету. К сожалению. Все. Ну что же, очередная победа. Крутанем колесо и глянем, что нам здесь достанется. Неужели плод мудрости? Интересный подходик такой. Я ничего, ребят, не против. Плод мудрости, сам знаешь, прекрасно. Очень нужная вещь. Так, а вот у нас еще один проходящий поединок. Ради пака. Так, у нас шепот смерти здесь. Ага, собственной персоной. Поехали. Ну, первый почему-то разбирается очень легко. Так, ударил. Давай сделаем так, наверное. И... добить, да. Последняя волна, кто там? Ага, вдвоем. Два душителя, да? На тебе. Так, укус. И сейчас этот что будет делать? Понижать броню, как всегда. Оу, гипноз сделал. Он сделал мне гипноз. Молодец, кусанул его, так и надо. Он не броню, ребята, понижает. Он понижает атаку нам. Крутим и смотрим. Рыба. И смотреть, как говорится, нечего. 75 миллионов, окей. Ну что, забираем с тобой пак. В копилочку. И идем вот сюда. Здесь у нас будет опять же один проходящий поединочек. Я вот не знаю, стоит ли нам еще с тобой тратить 260 рун для 5 энергий. Если мы хотим пройти за сегодня. Кстати, сколько там времени оставалось до завершения? По-моему, сутки. Сутки, это, честно говоря, маловато. Я ведь могу еще и забыть сюда заглянуть в игру. И поэтому можно сфейлиться. Надо посмотреть, что здесь за награды будут в конце. И стоит ли овчинка выделки. Так, замяли. Переходим. А, тут уже три волны. Все, я понял. Три волны. То есть халява кончилась, сэр. У нас не напугаешь этим. Ну, что ты, там выпендриваешься, а? Вот так вот. Хильнуться бы нам не помешало, если честно. Давай, наверное, сюда бомбанем. Теперь сделаем отхил. А он сейчас пламенем, да? Точно. Он будет бить своим пламенем. Так, и третья волна. Кто здесь? Кревет и шторморез. Начнем, пожалуй, с кревета. Тут еще надо будет химнуться нам. А так, вот значит, что он делает. Никаких супер... А, никаких супер ударов у них нету. Потому что энергии недостаточно. Так что, ребят, не волнуемся, просто их бомбим. Вот все. Здесь можно даже сделать вот так. Угу. Ну, это последняя волна, последний дракон, так что все. Играем на расслабоне. Добивка сейчас будет. Как-то так. Глянем, что нам здесь достанется. И это будет древесина, 25 миллионов. Древесинка, это хорошо. Сколько у нас всего лишь? 33% пройдено. Маловато. И хватит ли у нас вообще энергии с тобой? Раз. Так, вот отсюда начинаем. Раз, два, три, 4, 5. Да, если мы с тобой возьмем и купим еще 5 энергии, то у нас хватит пройти события полностью. Если опять же где-нибудь не сфейлимся. Так, как ты видишь, тут опять 3 волны. Сосредоточились, начнем с кревета. Так, злобный змеевик. Понятно, огонечком пыхтит.
Этот будет тоже бомбить. Так, никаких повышений атак. Давай-ка ты это забудешь дело. А то размечтался. Ты что? Все свое, да? А, тоже повышаешь атаку? Ага. То, что она повышает атаку, это плохо. Она успеет, да, бомбануть? Ну да. Это еще терпимо. Переходим на вторую, смотрим. Скалотряс. Ладно, давай посмотрим. Они сейчас будут вдвоем ходить. Этот, естественно. Ну, я так и думал. Я так и думал, что они пойдут на Барсика. И этот то же самое, наверное, сделает. Опа, что это он там? В плане, еще ход делает. Тогда Барсику, да, крышка. Вот же чара-то, а. А еще ведь вторая волна только, ребята. Должна быть третья. Но тут же не мини-боссик, по-моему, да? По-моему, нет. Да, конечно, нет. Как раз-то мини-боссик. Ё-моё. Блин, что-то я переживаю, что... Ну, давай сделаем так. Посмотрим, что сейчас получится. Я хочу его взять под контроль. Ветрокрыло именно. Если что, нам придется залечивать раны. Делаем так. Блин, или рано еще пока. Пока рано. Угу. Он повысил себе атаку. Если я сделаю его так. И укус. Блин, неужели этот будет морозить, а? Нет. Ничего у них не получилось. Короче, уничтожаем. Упс. Ну да, уничтожаем. Нам придется с тобой сделать следующее. Мы ведь не хотим проиграть. Нет, конечно. Поэтому вот так вот делать приходится. Да-да-да, именно потому, что он будет применять вот это вот. Теперь надо его как-то разбирать потихоньку, да? Естественно, он будет потихоньку копить ту же энергию. А мы его будем постоянно кусать. Кусать и брать под контроль. Не забывать под контроль брать. Угу, погнали. Раз. Под контроль. Долго, нудно, но безопасно зато. Еще хиляется, гаденыш, а. Считай, по соточке себе на отхил делает. На следующий ход будет делать. Погоди-ка, а почему у меня не накопилось-то? В плане, подожди, ну так ведь не должно было быть. Ладно, я применю грушу. Но на самом деле так не должно было быть. Фига ли это вдруг? Сейчас будет заморозка. Глубокая. Надеюсь, выживем. Надеюсь, выживем. Там у него осталось тоже здоровья-то не очень много. Вот как он делает. Погнали. Крышка. Вот так вот. Ну давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Рыба. Что же сделаешь, рыба так рыба. Забираем с тобой тусклый янтарь. 1000 штук. И теперь нам придется с тобой покупать за руны энергию. Восстановить. И продолжаем. Так, здесь у нас мини-боссики. А, нет, подожди, просто поединок. Потом будут мини-боссики. Кто здесь у нас? Клыка Крив, да? Давай, наверное, так вот бомбанем. Две волны, начинается с двух волн. Меня это вполне устраивает. Так, Барсик, бомбани.
Кто-то говорит, это не барсик, это барс и вепрь. Ребят, я же знаю, что это барс и вепрь. Я просто его так называю, шуточно. Что-то как-то мне не нравится вот это вот положение наших дел здесь. Этот огнем бомбит, этот бомбит тоже. Этот вообще разбегается, будет трескать по ушам всем. Как делать-то тут? Как лучше нам с тобой заварганить? Ударим сюда. Бомбанем, наверное, сюда. И укусик сделаем вот сюда. Сейчас этот, наверное, будет на таран бежать. Значит, этот будет выпускать фаербол. Тут других вариантов нет. Так и есть. Фаербольчик все-таки выпустил. Так, а мы с тобой захиляемся тогда. Укусим. Этот опять просто бомбанет хвостом. Громль, хорош свои фаерболы разбрасывать. А он в чем бросит сейчас? Нет? Странно. Так, ну что, понижаем броню тогда здесь. Вот сейчас будет разбег. Да-да-да-да-да. Я втайне надеялся, что он все-таки не будет, но он сделал разбег. Так, и добиваем. Шикарно. Ну что же, крутим и смотрим, что нам выпадает. 175 миллионов древесины, вот это хорошо. В следующий раз мы сможем с тобой отправить... Ветрокрыло еще раз за железом. Ну а тут у нас уже все, ребята. Мини-боссик, после которого мы с тобой сможем получить 100 рун. Как бы надо отбивать руны. Поэтому давай-ка без всяких тут фейлов. Три волны, кстати, это плохо. Начнем с душителя. Этот потерпит. Поехали. Стоит, наверное, стоит нам понижать ему броню, чтобы с ним быстрее разобраться, потому что он будет понижать атаку нам. Этот промахнулся. Поехали. Укус. Что он будет делать? Понижает броню. Так, ну что, теперь просто кусаем. Нам нужно захиляться. Готовым быть, как говорится, ко второй волне, чтобы все у нас было четенько. Здесь мини... А, нет, здесь просто, да? Просто поединок. Мини-боссики будут уже в следующей битве. Так, хилочку, наверное, активируем. Что-то там. Ага. Ну что, добивка? Да. Переходим на вторую волну. Ёк-макарёк. Два пристиголовых. Надо как можно быстрее с ними тут разобраться. Они вдвоем ходят. Блин. Они же фаерболами бомбят, насколько я... Опа! Промахнулся. Ну а ты что будешь делать? Промахнулся, надо же. Я даже немножко удивлен. Давай так, добьем его. Вот, видишь, что творит своим пламенем. Естественно, залечиваем раны сейчас. Вот так вот. Он сейчас опять сходит. Своими фаерболами достанет всех. Так, а этот остался один. Вот теперь хорошее, кстати, время настало для того, чтобы разобраться, хильнуться. Ну, естественно, и добить. Добьем? Нет. Мы будем надеяться, что не особо тут повреждений. Нормально, терпимо. Так, мы его победили. И здесь вот у нас мини-боссики. Блин, трындец. Как будем делать? Ну, этого понятно, нужно в первую очередь бомбануть, потому что если он сейчас начнет тут суперудар свои наяривать, он будет очень плохо. Даже не добил. Кусает-то не мощная. Опа. А этот что? А это ничего. Этот, понятное дело, щит, ребята. Вот как тут быть, а? Они же втроем будут ходить, да?
Арсик, бедолажка ты мой. Этот с усиленной атакой, конечно, бомбит вообще не по-детски. Так, захиливаем Барсика. Это чтобы просто, ребят, не проиграть. Блин, думал, что пробьем. А этот сейчас что будет делать? Укус. Этот. А этот сейчас... Ух, это хорошо, что мы выжили. Это просто замечательно, ребят. Ну что, добивку сюда делаем? Блин, кого-то сейчас схавает, чувствую. Ну, так. Поехали. Да почему так слабо-то? Во. Да, потратился, конечно, не слабо. И что же нам выпадет? Опять рыба. Угу. Рыба. Ну что, забираем с тобой 100 рун. Дальше у нас с тобой обычный поединок. Идет вот здесь вот. Потом забираем пак и мини-боссик. И потом уже в конце будет босс. Возможно, нам придется с тобой покупать, скорее всего, или груши, либо прилив сил. Потому что с последним боссом, мне кажется, мы не справимся с тобой с первой попытки. Тут ты видел, что произошло. Практически разобрали нас. Сколько? Тут уже 3 волны, да? Ладно, держимся до последнего. Ну, я думаю, что, наверное, скалотряса все-таки лучше бомбануть. Потому что он тут со своими 2 атаками. Плюс у него есть супер атака, когда он сворачивается в калачик и летит. Главное не потерять этого нам. Кривоклыка. Так. И укус. Блин, сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. Это нам повезло. Я серьезно говорю, это нам повезло, что он сделал так. Он думал, какую-нибудь, наверное, массовую атаку. Кто здесь? Вдвоем. Ну, начинаем, естественно, с приспешника шепота. Давай сделаем так. Добить сможем? Да, кританули. А этот у нас начинает брать и ускорение, соответственно, да? И просто атак. Ох, ё-моё, ты посмотри, сколько у него атак отнимает. Просто обычная атака отнимает большую часть здоровья. Ну, он добьет сейчас его. Оу, даже не так. Ну, извините тогда. Ну и что же? Что же, что же, что же? Ага, ареновский пак. Ну, давай, давай. И здесь еще забираем с тобой пак. Вообще замечательно. Ну что, теперь нас поджидает... Мини-боссики впереди. Пойдем-ка с ними разбираться. Потом 200 склянок заберем с тобой, и будет уже босс. А после прохождения босса мы заберем с тобой пак. Сколько волн? Да 3, скорее всего. Да, 3 волны. Меньше уже не дают нам. И начну-ка я, пожалуй, вот с этого. Он же, по-моему, да? Мощный у нас огнеплюй. По-моему, он. Смотри, что творит, а? Усиляется. Да какой укус, я же... Ну и что? Неужели потеряем Барсика сейчас? Везет нам, как утопленникам. Делаем так. Делаем с тобой вот так. И 2 удара. Опять сейчас что-то с... Как вы вот заколебали, а? Своими этими мощными атаками. Здесь у нас кто? Кревет. Вот этого надо, наверное, будем бомбить. Хотя, если честно, и этот, и тот довольно сильные противники. Но этот разбирается как-то полегче, по-моему, да? Фаербол же у тебя. Естественно. Фаербол еще и понижает мне атаку. Не очень хорошая перспективка, если честно.
Но этому главное не дать накопить энергию, чтобы он тут не сделал электрический свой разряд. А он вон что делает. Повышает силу атаки. На тебе. Громобой плюс душитель. Ну я думаю, что с душителя начнем. Громобой-то не особо там нас пугает. А вот этот хлыщ, да. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило, чтобы его уничтожить. Как так-то, а? Ну что ты там будешь делать? Гипноску врубил. Так, давай хильнемся. Блин, да что же не срабатывает, я не могу понять. Я же хотел хил врубить. Вроде выделяю все, как полагается. Промахнулся, хи-хи-хи. Ответка. Так. Укус. Ну что там, барахтаешься. Все, ребята, ему крышка. Ему крышечка. Как-то так. Итак, 175 миллионов древесина. Вот это хорошо. Вот древесина, это меня радует. Ну что, момент истины настал. Забираем с тобой, во-первых, банки эти, склянки со светлячками. И босс. Кто, интересно, сколько волн? Давай одну волну и сразу с босса. Не надо три волны, чтобы я пришел уже к боссу весь раздолбанный. Две волны, хорошо. И сразу, ребят, начинается с мини-боссов. Естественно, будем начинать с этого. Этот, конечно, тоже сильный, но вот этот тут намного хуже. Если он сейчас начнет свои тут ускорялки и повышалки, это будет плохо. Так. И остается добить. Ну, мы его добьем. Мы его добьем. Вот так вот. Твою налево не хватает, да? Он же будет разбег сейчас делать. Да-да. Так что готовимся. В кого он только будет бомбить, интересно мне знать. Посмотрим сейчас. Угу. Побежал, побежал, побежал. В барсика. Давай сделаем так. Хильнемся. Он будет бомбить по нему, потому что у него за... Странно. Сейчас было очень странно. Так, ну что, кто там босс? Ё-моё. Шепоты смерти, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как быть-то, как быть-то здесь? Поехали. Твою дивизию. Ладно. Смотрим. Главное не позволить им накопить энергию. А, не тратить это потихоньку. Ну, тогда хорошо. Тогда хорошо. О, минус один сразу же. Так. Блин, у нас у всех пониженная атака. Думаю, почему так мало бомбим? Промахнулся. Найс. А этот фаербол сейчас запустит. И опять понизил нам атаку. Допустим, сделаем так. Подожди, у нас как идет? Красный... Ага, синий против красных, да? Тогда сделаем вот так вот. Но... Чё-то как-то даже вообще не почувствовал. Ладно, сделаем так, таким вот образом. Так. Понижаем ему броню. Плюс укус. Ну, ты будешь нам помогать сегодня или нет? Вообще, ничтожно мало отнимает. В итоге мы быстрее замочили босса и... Сейчас валим предспешника. Все, событие пройдено. Ну что, посмотрим награду здесь. И опять древесина, отлично. Полностью рыба забита и древесина. И забираем с тобой пак. Он, по-моему, сразу будет открываться. Вы молодец, только что защитили целое поколение драконов. Вот, честно заработанное. Спасибо, Икинг. Что тут опять за новинку ты мне показываешь? Вот это я заберу, пожалуй.
Так, уникальный. Электрокус. Где вот это все они берут? Я не понимаю просто. Отправлять их в какие-то такие странные места. А здесь, да дофига еще. Вот, кстати, топорики уже скоро насобираются у нас. Так, выполните обмен. До сих пор его не могу сделать, потому что... Слушай, а нам не хватает лопат и вот этих статуэток. Слушай, лопатки же где-то... Лопатки. Подожди, лопатки я видел здесь за 50 рун. А, 20, возьмем тогда. 20 рун, не страшно. Так, что я хотел? А, я хотел награды открыть. Ну что, друзья мои, открываем карты. Монеты Одина. А, кревет. Так, водорез. Все, что ли? Быстро как-то. Это нам не нужно. Отказаться. Забираем с тобой тусклый янтарь. Ну, понятное дело. Здесь у нас еще... Ага, вот он, новый набор карт. Жетонов. 232 новичка содержит, да? Шторморез 78. Новичок Лаварык. Древоруб. И все. Быстро, конечно, быстро. Открываем с тобой следующий набор. Шторморез. Престиголов кошмарный. Громобой защитник. И шестеренки, да? Точно. Ну и последний ареновский пак мы с тобой открываем. А, это серия испытаний. Железо выпало. О, 100 рун, спасибо большое. Еще 150, ну вы меня прям побаловали сегодня. Спасибо большое. Так, и забираем еще здесь 60 склянок со светлячками. 60 склянок со светлячками. А что здесь такое? Плюс 2. Что вот это означает? А, землехват редкий и льдинка уникальный. Вот так вот даже. Ну что, вроде бы как все. События мы с тобой прошли, успели. Следующее событие у нас открывается через один день, 4 часа. Это будет выживание. Мы знаем прекрасно, что такое выживание. Это действительно люто. Всего лишь там 4, по-моему, события будут по 6 волн. То есть полный расколбас. И слава богу, у нас руны хотя бы есть. Мы сможем себе там купить, если что. Или груши, или прилив сил. В общем, спешить не будем, будем смотреть, как у нас дальше будет с тобой идти развитие. Ну, а на этом, друзья мои, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.